Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dan the Man. Хотя на самом деле я хотел сейчас снимать растения против зомби-герои, но там, видимо, упали сервера, поэтому войти в игру не могу. Есть минутка, как говорится, поиграем в нашего Денчика. Ну что же, история. Так, давай-ка мы, наверное, пойдем с тобой в студеный равнивый. Сегодня поиграем здесь. Так, мы остановились на вот этой миссии. Поехали. Так, уровень нужен 16, а у нас с тобой 11. Ну что, я надеюсь, мы справимся здесь, как говорится, не подкачаем. Куда делся Робоклаус? Действительно, куда делся? Вы же его похитили. Так, ой-ой-ой. Погнали. Мы должны с тобой спасти Робоклауса. Да ну, иди ты. Опа, тут собачки. Хо-хоу. Да я ж тебя пнул. Поднялся такой довольный. Так, а здесь-то что у нас? Не надо меня на шипы. Опа, монетка, 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 монетка. Да я ее подниму. 5 долларов, как говорится, смотри, что делает. Хоп-хоп-хоп, наверх меня хотят, но не тут-то было. О, сюрики. Золотые, прокачанные нам с собой достаются. Ну, песик, давай, иди отсюда. Вот, правильно, на шипы их. Так, голодранец. Давай, 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 давай. Мы с тобой сейчас разберемся. В ящике у нас монетки. Здесь тоже поднимем. Он меня типа не видит, да? Опа, я только не успел. Да и твали ты. Собаки тут на меня, понимаешь ли, лезут. Да нате вам всем. Досталось, как говорится, да? Так, надо везде подпрыгивать, потому что могут быть какие-нибудь бонусы. Опа, опа. Блин, а как тут монетку поднять? Не могу. Да что ж ты будешь делать? Ну, Рэй, ну! Давай туда их, бамс, на шипики. Замечательно. Так, тут надо тоже быть аккуратным. Телевизор. Какой нас тут поджидает подарок? Оу, воскрешалочка. Мне кажется, сейчас будет бой. Сейчас 100% будет бой. Так, псы. Нет, 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 только не этого голодранца еще не хватало мне. Так, давай мы... Ой-ой-ой, много собак тут. Иди сюда, олух, я тебя жду. Ну что ты там... Не надо меня тут хватать. Так, попробуем накатить его. Да, отлично. С дробовичком тоже ушатываем. Так, они внизу ходят. Ну, прыгай сюда. Ну, давай, делай прыжок-то свой. Не хочет, понимаешь, не хочет он. Да что же ты будешь делать-то? Почему... Почему меня так тут запинывают со всех сторон, а? Они шустрее, что ли, стали? Эти комочки! Да ну зачем же ты, а? Ну, Рэй, ну... Блин, ты смотри, что делать, а? Где-то там стоит из-под тишка. Мне его не видно. Да ё-моё, ну... Так, они будут сюда прыгать? Они прыгают ко мне. Все нормуль. Так, надо этого наказать. А то он тут слишком раздухарился. Неохота, конечно, начинать потом. Зачем ты так прыгаешь-то головой-то прям в этот шар, а? Ну, ну серьезно, ну, ну что ты... Давай по-тихому, у нас с тобой не так много жизни, здоровья тем более. Чекпоинты, слава богу. Успели с тобой, да, все-таки? Так, подожди-ка, здесь надо подпрыгивать, вдруг чего? Я тебе сейчас пибикну. Иди вон в водичке поплавай. Монетки. Так, вот эту вот бомбочку взорвем на всякий случай, мало ли там чего. Что? Хочешь тоже полетать? Полетаешь. Мне бы что-нибудь перекусить на самом-то деле. Так, вот здесь вот наверняка что-нибудь лежит. Давай попробуем. Че, я не могу ее подбить? Во. Да ладно, ничего нету. Да быть такого не может. Ну-ка, может быть, подпрыгнуть? Ага. Ха-ха. Думали меня обмануть. Не тут-то было. Готов. Пёся, на тебе, сюрик, еще один. На дорожку, чтобы не расслаблялся. Опа, автоматик. Слушай, по-моему, сейчас будет драка. Ну, нет. А должен быть. Так, тихо, со снежками пришли, да? Куда же ты? Что вы творите, а? Уходим. Да ё-моё, ну ты-то в воду не прыгай, блин. Ну, ты этих должен... Так, ладно, уйдем, пока он там снежки свои побросает. Готов. Так, вот эти бомбочки подобьем. Лишним это не будет. Телевизор.
И там, ох, еще и жизни себе восстановили. Вот это мне нравится. А по-моему, сейчас будет битва. Так оно и есть. Так, друзья мои, опа. Да хорош ты тут свои комки. Смотри, что происходит, а. Вот они вредные-то, а. Так, минус один. Минус два, естественно, ребята. Так, а этот прыгать не хочет. Нифига ты, шустряга. Давай-ка попробуем. Да, я даже не успел суперудар сделать. Понимаешь? Так, так, так. А, он же с защитой. Нифига, как это он подпрыгнул? Он же не должен был. А он это сделал. Ну ладно, я вас подожду здесь. Не хотите, да? Так, сюрики подбили, подбили. Я справился здесь без особых проблем. Не забывай, что у нас еще есть рисалка, но желательно ее, как говорится, сберечь на самый-самый крайний случай. Опа, курочка. Так, я возьму здесь монетки. И чекпоинт. Давай мы тут с тобой дело все подобьем. Да ну хорош. Да. Вот. Вниз можно было, оказывается, просто спрыгнуть. Ну я же не знал этого. Магазин, да? Что нас поджидает в этом магазине? Давай заглянем с тобой. Курочка, курочка, ряба. Давай возьмем курочки с тобой. А, немножко восстановим себе здоровье. Так, тут, как ты видишь, исчезают дорожки. Бой! Оу! Босс! Друзья мои, босс! Робоклаус, и что он делает? Так, 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 я понял. А как же мне тебя бомбить-то, эй? Не понял юмора. Хм. Так, что он там делает? Может быть, вот сейчас вот? Ага. Понял, все-таки он, ребята, отключается, да? Так, отходим. И опять начинает летать. Это, кстати, тот самый профессор, который похитил этого робота. Видишь, он там мешком этим трясет. И, соответственно, подарки вылетают. Пока все довольно легко и просто. Он полетает. Наверное, да? Опять отключится, и мы в этот момент его будем бомбить. Тактика пока довольно... Да-да-да, вот он перегрелся. Вот он упал, и в этот момент мы его нахлобучиваем по всем канонам жанра. Так, отходим. У меня три сюрика есть. Когда он летает, судя по всему, я ничего не могу ему сделать. И мне кажется, что рано или поздно он позовет себе подмогу. Оу! Зачем же ты так, а? Прям на подарочек-то наткнулся. Ну все, 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 Робоклаус, хорош летать. Давай, приземляйся, сейчас будешь получать от меня люлей. Ну, перегрев, перегрев пошел. Он сейчас сюда на середину. А я хочу, знаешь, что сделать? Вот таким супер ударом. Ну-ну-ну, он живучий. Он очень живучий. Тихо, не надо меня поджигать. Дальше продолжаем бегать. Ну, и в то же время он довольно легкий, да? Если он будет только подарки сбрасывать на нас. Уж как-нибудь мы это с тобой переживем. Ничего тут страшного нету. Главное не попасть просто на этот взрывчик. Ну-ну-ну, хватит, хватит уже. Ну давай, что ты долго тут летаешь, а, Робоклаус. Все, пошел, нет? Да-да-да, перегревчик. Давай накопим с тобой суперудар. Блин, если бы я еще попал бы этим суперударом, было бы, конечно, хорошо. А так я промахнулся. Улетай, улетай, птичка, ибо побыстрее возвращайся ко мне. Я тебя нахлобучу ногой или рукой. Не имеет значения, но я знаю, что ты точно отдуплишься от нашего милого Денчика. Ну все, 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 что-то зачастил ты тут с бомбами-то. Хорош. Да, 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 вот, давай, я готовлюсь, готовлюсь. На тебе. И добиваем мы с вами. Так, ну что там, профессор кислых щей, будешь вылетать? Да нет, ребята. Он полетел дальше. То есть это была как бы разминочка, да? Мы просто его немножко побомбили и все. Студеные равнины 1-3 выполнено. То есть мы с тобой прошли. Так, потом, потом все. У нас оказывается с тобой... Ага, 2-1. 2-1. 2-1, 2-2 и 2-3. А где же продолжение-то? Тут же сказали... А, ну это есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть миссий, да? Рекомендуемый уровень 16. Ну, а мы с тобой до сих пор на 11 уровне пляшем. И... Бррр.
Типа кому-то холодно. Но нам-то жарко. Оу, а мы еще и в пещерах с тобой, оказывается. Шипы. Сундук. Кто открыл сундук? Мышь, отвали. Айть, я ее подбить должен. О-о-о, узнаю знакомые лица. Вот она, да? Так, тихо, блин, как же ты достала меня, а? На шипы, правильно, так и надо. Ага, я могу наверх. Вылезла, откуда, вот откуда она вылезла? Прямо из-под земли. С какого, блин, перепуга-то? Не было, не было. Тут, ага, видишь, тайный предмет. Так, это у нас автомат выпал. То есть я могу наверх пойти? Да, мне надо, наверное, пройтись поверху, посмотреть, что там у нас лежит. Просто самому интересно, если честно. Ну что ты делаешь-то? Будешь ты забираться или нет? Давай вот это вот нахлобучим с тобой. Вот так вот, без проблем. Че, я ее не подбил, что ли? Ах ты! Этот опять со снежными комочками явился. Их тут два. Одного сейчас мы с тобой накумарим. Куда ты меня захотел схватить уже? Иди отсюда. Все, нахлобучил. Монетки. А наверх я не могу, да, пройти, получается? Мне надо вниз. А ведь, по-моему, там наверху что-то вот есть, скорее всего, ребят. Может быть, какой-нибудь тут мостик появится. Давай-ка подпрыгнем с тобой повыше. Нету ни шиша. Ну, вниз так вниз. Телевизор дает нам курицу. Видел, что там? Везде, ребята, есть секреточки. Поэтому их надо находить. Так, а здесь, наверное, тоже может быть что-нибудь. Нет, ничего нету. Так, как-то надо аккуратненько. О, получилось. Ух ты, ё-моё. Там чувачок у нас был. Ну, ты видел, да? Стрелок. Здесь монетки. Они все внизу бегают сейчас, да? Будешь прыгать сюда, а? Хлопец. Не хочешь? Тогда... Опа, опа, опа. Не надо. Отвали. Лети туда вниз. К своим поближе. Когда их одна-две штуки, это еще, ребята, нормуль. Но когда их целая армия, да? Начинается, конечно, трешак полнейший. Что у нас тут, может быть? Какой-нибудь проходик есть? Так, эти мостики исчезают периодически. Поэтому надо аккуратненько нам прыгать. Оп. Так. Сюда и сюда. Все очень хорошо получилось. Чекпоинт. Зайдем с тобой в магазин, у нас 200 монет есть. Посмотрим, что нам здесь предложат. Курица или автомат? Я, наверное, возьму все-таки автомат. Потому что, ну, со здоровьем пока вроде бы все хорошо. Бой, 100%, сейчас будет бой. Да ладно! Давно-давно я не видел этих дронов. Так, курицу бы желательно ту не хватать пока. Она нам... Ах ты! Что ты... Да дай мне его подбить! Я не успеваю, не могу. Так, курицу берем, потому что-то меня тут нахлобучили со всех сторон. Так, есть автомат же у нас с тобой, да? Че я его не использую? Вот и все, так, опа. Блин, и псарня тут со всех сторон идет. Давай, наверное, со псами разберемся. Попробуем, да? Расстрелять их. Слушай, довольно легко и простенько все. А с этим разберемся попозже. Главное, чтобы не было всяких там летающих мобов, да? Ну давай ты уже, господи, блин. Так, что он там? Задумался, никого не нашел, да? Во! Как я ему сейчас на голову прыгнул. На! Ага, успел встать. Тихо, не надо. А, ты пошел поджигать? Ну тогда получи. Что-то там машешь. Так, тихо, уходим. Да что ж ты будешь делать, а? А как же мне тебя атаковать-то? Нет, 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 парень. Вот иди, иди там и поджигай. Не знаю, правда, чего. Ох ты, сколько он денег дает. Шикарный, кстати, богатый буратинка-то был. Яблочко, спасибо большое. И мы с тобой поднимаемся выше. Так, я пойду вот этот кувшинчик разобью. Что у нас здесь? Так, не надо комочки, не надо нам этих летучих мышей. Подбил. Ну ты-то что? Спецотряд элита. Наверх я не могу туда подняться.
Так, летучая мышь. И там еще, не забывай, стрелок стоит. Вдалеке, вон он. Оу. Ничего себе, тут еще, оказывается, электричество. Блин, мне повезло, что я его как бы обошел. Хоп. Нормуль. Кто там у нас? Комочки, да? Ой, зачем, зачем, зачем так рано? Ну давай, в электричество-то не хочет гаденыш там-то попадать под него, а? Так, мы его забомбили. Так, надо все здесь делать аккуратненько. Электричество может нас прожарить до хрустящей корочки. Не знаю, как оно работает здесь. И они тут со всех сторон. Так, погоди-ка, как бы нам лучше с тобой сделать? Сюрикенов нету, как ты понимаешь. А, может быть, их вообще не трогать? Ну, если есть такая возможность, лучше, конечно, их не трогать. Или трогать. Ой-ой-ой. Там комки начнут. Нет, я не буду их, наверное, ребята, промашить. Так, вон тут как раз чекпоинт. Оу, а ты-то откуда взялся? Не было, не было. Откуда-то из-под земли выбрался, а? Так, тихо, тут шипы. Точнее, электричество. Так, что? Начинается, короче, да? Камнепады всякие. Оу. Да, ё-моё, шипы. То есть вы хотите сказать, мне нужно бежать, что ли, со всех ног? Походу дела так оно и есть. Да чтоб тебе этот комочковый. Все, ребят, забомбили. А у меня нет реслки. Тогда мы начнем с тобой с чекпоинта. Слава богу, он здесь недалеко. Так, здесь просто бежим, сломя голову. Как можно быстрее просто пробегаем. Вот так вот делаем. Ну иди сюда, я жду. Комком забомбила, ай, дура. Так, монетки 297, кстати, я могу вот здесь вот поднять же еще, что это я. А камни больше не будут падать? О, так я могу спокойно здесь вернуться. Отлично. Яблоко нам с тобой не нужно. Кстати, ты заметил, вот это, по-моему, или комки, или подарки лежат там. На дороге разбросаны, так, здесь перепрыгнуть. Что нам подкинут? Оу, ресалку. Бой будет. Так, я, знаешь, что скажу тебе? Наверное, мы будем их сейчас в электричество всех забрасывать. Давай, давай, иди сюда. Ну, я хотел, честно говоря, в электричество их закидывать. Ну, раз они там стоят. Давай, давай, давай. Ну, куда там? Ага. А, давай, тогда здесь его встретим. На! Вакает он мне там. А тебя в электричество, парень. Ни больше, ни меньше. Так, оу. Стрелок, ребята, здесь вышел. Да ну, этот еще попрыгун. Твою ж налево, это плохо. Да ну, хорош. Так, тебя бы тоже, конечно, туда бы бросить. Ну. Отлично, забомбил. Так, этот начинает бомбить. Во. Мне спасло то, что я, ребята, его в электричество просто забросил. И он удуплился. Курочку возьмем с тобой и пойдем дальше. Да ладно, неужели прошел? Блин, ну обидно немножко, что короткие уровни, конечно, ребят. Хотелось бы, ну знаешь, как бы побольше, подольше. Смотри, у нас с тобой всего лишь 4 звезды из 30. 39 гемов. Так, 16 уровень, рекомендуется. Я неплохо здесь и 11 уровнем справляюсь, согласись. Так, студеная равнина 2-2. Самый суровый уровень. Да ладно, серьезно что ли? Самый суровый уровень? Ну давай посмотрим, насколько. Оп, тайный предметик. Что такое, я здесь должен, наверное, драться? Так, монетки собираем, пока есть такая возможность, на халяву. Ой! Друзья мои, лучи идут. И чего? Ах ты! Я же не знал, что надо успеть вовремя подпрыгнуть здесь. Сюрики. Бой? Конечно же, бой. Так, дроны. Как бы нам сделать это здесь получше, а? Ну, так, в принципе, неплохо. Так, тихо, 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 тихо. Давай, пускай они прыгают сюда, я буду с ними уже разбираться. Но ты-то куда прыгнул? Вот всех туда, их обратно в кучу. Ну, уходим. Ого, это что такое? Кто это метнул? Ты видел, что там полетело?
Там полетела большущая-большущая гадость на меня. Электрический разряд, если честно. Фух. Так, ну что? Еды у нас с тобой куча. Жалко, вот эти сундуки нельзя вскрывать, да? Ведь нельзя же? Нет, нельзя. Так, лазерные установки. Телек. Ресалка. Еще одна, друзья мои. Ну, я так понимаю, они не копятся? Ой, ой. Трындец, меня зажали там. Как быть? А, ну, в принципе, я понял. Мы сейчас его на бомбочку бросим. Мышка летучая. Ну, хватит, ну, успокойся ты. Так, я попробую здесь сундучок. Ой, сундучок. Почему их называют сундучком, когда это обычный кувшин? Оп, тихо, тихо. Так, наверх идем. Ну, давай, беги сюда. На! Разогнался он. Нам нужно с тобой успеть сейчас наверх запрыгнуть. Там как раз курица. О, и стрелок. Стрелка надо валить. Нифига она меня толканула маленечко, да? Она выжила еще, нет. Готова. Я немножко, конечно, переживаю, но в то же время у нас с тобой есть ресалка, так что пока вроде бы все под контролем. А как, интересно, вниз попасть? 100% внизу что-то есть. Хм. Интересно. Не надо. Ну, гаденыш, а. На тогда, получи. Еще на, получи. А если вот так попробовать подбить их? Ну-ка. И спрыгнуть вниз. А стоит ли туда прыгать? Я не знаю, друзья. Опа. Так. Чувак, дубинку там свою намацывает. Блин, опять. Ааа, комочковый чувак этот. Плохо, когда вот с таких вот маленьких. А, там еще и прыгун внизу. Там еще, оказывается. Да ладно, не психуй. Как мне тебя подбить, а? Хе-хе-хе-хе-хе, дурила. Сейчас я же тебя. Не могу я его пока. А если мы сделаем так? Оп! Да что ты? Тихо, подожди, Рэй. Давай попробуем так вот. Оу, попробуем сейчас. Е. Да блин. Все. Нокаутировал я этого засранца. Скажем так. Что тут, бежим, бежим, бежим. Ну хватит, хватит. Оу, тут очень много стрелков. Дай. Оу, тут еще и этот стрелок. Надо с ними разбираться. Так, подожди, подожди. Вот кто мне больше раздражает. А это за мной все, преследует меня. Ну давай, прыгай сюда. Немножко ты не туда, конечно, прыганул. Мы с тобой на пределе играем. Посмотри, сколько у меня здоровья осталось. И делай выводы. Любой комочек, любая... А, нет, яблочко есть. Тут яблочко. Но все равно это меня особо не спасает. Это яблочко. Может быть, тут что-нибудь повкуснее будет. Тут только куча денег. Смотри, какой уровень, а. Хитрый. То есть мне надо, может быть, здесь... Опа, видел, тайный предмет. Да нет. Да ё-моё, путай. Здесь главное не упасть в эту, в кислоту. Оу, смотри, какой магазин. Большущий, огромный. Угу, я возьму, наверное, курицу. Хотя здоровья она, конечно, дает нам не очень много. Но, тем не менее. Погнали. Неужели сейчас бой? Эй, я так не хочу. Ну давайте, прыгайте сюда, девчули, я готов. Я вас жду. Да ладно, они не хотят ко мне. А нет, хотят. Ну а сюда будете прыгать, нет? Ха-ха, обманул. Обманочка сработала. Ну а ты будешь прыгать, нет? Будет. Ой, зачем, зачем так надо было делать, а? Ну дайте мне, вот. Так, теперь нам надо как-то вот с этим разобраться. Вот как только. Вот он свой огнемет врубил. Откинуть бы его вот в эту вот кислоту было бы неплохо, на самом деле. Так, он меня контролирует, да? Ищет, выискивает. Опа! Да идите вы все! Разбираюсь как могу. Ну и что ты комки тут разбросал? Дуй от седа. Вот он кто, оказывается, выпускает
Здоровые электрические разряды. Да-да, именно этот охламон был. Их двое! Их там двое, ребята! Нифига! Так, как мне быть? Ну, с одним-то ладно, я бы еще справился, а с двумя-то? Ой, забомбят они меня, а? Ты что ж делаешь такое, а? Уходим. Ой, а он до меня сейчас, прикинь, достанет? Нет, не достает. Или Достал! Вот это я сейчас, да, вот это я, друзья. Да ты будешь запрыгивать-то? Блин, ну да. Да что такое-то? Зашибись. Так, минус один. Жесть, чего мне это стоило? Целой воскрешалки. Ой, немножко грустно. Целые воскрешалки. Так, телек, дай, пожалуйста, ресалку, а? Сердечко дает. Ай, сердечко. У меня и так фул хп. О, луч! Бежим! Эти выкрутасы я помню. По поводу лучей так... Не надо! Уходим, уходим. Так, бомба. Да плевать нам на эту бомбу. Тут главное бежать, бежать со всех ног. Чешем, 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 чешем. А куда дальше-то? Да уйдите вы. Курицу подобрали. Не надо, не надо, не надо. Аккуратненько, аккуратненько. Так, бежим сюда, оп. Некогда, просто некогда. Друзья мои, тут отвлекаться на них. Поэтому я бегу как сумасшедший. Так, тихо. Нет. Лучше так сделать. Ух. Нет, 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 нет. Да ну, блин. Сколько еще бежать-то, а? Вниз. Да, ёпрасоте, наконец-то. Фух. Да, друзья мои, выполнил я это задание. Было неплохо. И у нас с вами открывается, ну, судя по всему, последний уровень. Смотри-ка, здесь я получил почему-то две звезды. Ха. Может быть, я нахожу какие-то секреты? Не знаю, друзья мои. Но постараемся с вами разобраться. Так, что я хотел? Интересно, можно мне посмотреть, как говорится, на дорожку рекламу? Или нет? Я хочу просто получить себе гемы. Мне нужно всего лишь 11 штучек, мы это все прекрасно знаем. Смогу. Ну что, друзья мои, тогда мы будем с вами на этой ноте закругляться, а я пойду посмотрю видосики для того, чтобы накопить себе гемов. И увидимся уже с вами в следующей серии и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.